Не-не-не-не-не-не-не, не пишите рандомные слова. Я сказал, сейчас будет очень-очень сложно. Я предупредил. Дядь, я не знаю, я буду предупреждать, когда будут деньгу давать. А то просто за 20 раундов минус 20 тысяч получается. Давайте по 500 хотя бы, все согласны? Чё я спрашиваю, это мои правила. Конечно, все согласны, единогласно. Я рисую. Поехали. Два слова. Какой хаги-ваги, вы чё? Ребята, я говорю сразу, будет очень сложно. Ну, то есть, вы таких слов даже не знаете, правда. Кто отгадал? Как он пришел к этому слову, ну, к этой фразе, просто интересно. Ну, типа, это гений, походу, реально. Погодите, у меня пока разогревочная. Так, какой-то надо фразочку опять. Погодите, самое сложное, это выдумать какую-то идею, чтобы вы еще до нее дошли как-то, понимаете? Я могу любую дичь сочинить, но просто сам факт, что я буду сам с собой тогда играть. Итак, поехали. Значит, смотрите, что это. Это бутылка. Это очки. На черепашку-ниндзя похоже, погодите. Ребят, три слова. Казённый унитаз, что? Я бы до этого не додумался, слово умное какое-то. Знаете, стиль, только по-другому. Есть стиль, а есть вот другое слово. Модный бомж какает, никто не понял. Я же ему очки не просто так нарисовал. Так, давайте за косарь теперь, косарь. Если это кто-то отгадает, это вообще пи***ц будет. Вы серьезно? Кто-то пишет «девочка пай», вы что? Нет, я не настолько гений. Ну, я же не просто так здесь нарисовал. Вы обратите внимание, что я рисую. Ладно, давайте так. Ее зовут Света. Света, звезда Минета. Ай-яй-яй! Хорошо! Итак, ребята, фиксируем. Это победитель, это гений сегодняшнего стрима. Такое отгадать было сложно. Боже, блядь. Чё ты боже пишешь? Ты чё, ты же не смог это отгадать, очевидно. Значит, ты лох. Так, let's go. Блядь, ну это что-то... Ребят, извините, я не знаю, как рисовать. Вот тут челик сидит. Что-то, блядь, он сделал. Гагарин долетался, охуеть. Братан, Гагарин долетался, а ты сейчас дишься, понял? Вот так-то, мораль всей басни такова. Очень внимательно обращайте внимание, что я рисую. Это мы играем уже на косарь. Будем чередовать. Такой отросточек, блядь, вот. Не знаю, что это. Говно моржа, нет. Блядь, обновляю страницу, чтобы вы еще раз подумали. Хорошо, уже что-то проскакивает, да. Картошку терминатор не отгадать. Какой позор просто, вообще ужас, блядь. Почему говно собачье, блядь, кто-то рисовал? Я же говорю, сегодня будет сложно. Блядь, вы свою тысячу, все. Никто не заработал, получается. Так, смотрите теперь, фиксируете? Это очень просто, два слова. Вы не обращайте внимания, что происходит на картинке. Голубь сидит. Начинаешь чуть сложнее, вот. Самое небанальное писать, перестают отгадывать. Если б я писал, я гей, какие-то рофлы еще, сейчас бы отгадывали вот так, до того, как я рисую. Это на бабки было? Нет, вот это на бабки сейчас. Это на 500. По приколу нарисовал. Короче, Кент, видимо, подумал, что это шапка, и по приколу написал 228, видимо. Ребят, тут написан факт. Как, Николай плачет, вы че, я бы такой не заказал. Ребят, это очень просто, надо в чат просто посмотреть. Ты, господи, ребят, это же так легко, я не знаю. Ну, легче не бывает, правда. Никто не отгадал, что ансап лох, типа. Это сложно было? Так, смотрите. Так, ребят, это очень просто и реально понятно без слов. Уже есть какие-то, то есть, правильные вариации, но пока не отгадано, к сожалению. Пожалуйста, Хесус пи***т контент. Очевидно. Викуля, плати, держи 500. Девочка написала такое, ой, бля. Там у тебя бан будет у Хесуса, ты зря такое написала. А чё, блядь, я по факту написал. Тут никто не будет спорить, правда, но это же по факту. Короче, мне до пизды вы угадаете по-любому, да? Это смешно, пи***ц, кстати. Чел пишет «вагина». Ебать, смех. Ребят, вагина — это не смешно. Дай бог, чтобы для каждого из вас это было жизненно, а не смешно. Ребят, я гений, вы сейчас просто охуеете. Вы... Я шутил как мог, правда. Я не могу из себя выдавливать ничего. Но никто из вас не поржал, козел. Когда я сказал что-то про вагину, начали кеквейт кидать. О, господи, как сложно. Что-то сегодня не идет у вас, ребят. Сегодня определенно не ваш день. Ребят, это сейчас такой разъеб, я не знаю как, вы какую-то хуйню пишете, ребят, я же не оскорбляю никого. Это ж абстрактно так написано. Вы не понимаете, насколько это просто. Вы не понимаете этого. Это очень просто, правда.
Пожалуйста, спасибо, кто-то отгадал менеджеров. Спасибо большое. Так, короче, ребят, этого точно не может быть здесь, то, что вы подумаете. Но в случае чего, я бы, наверное, так сделал. Скажем так, я дам вам еще подумать, это множественное число. Это слово обосновано от персонажа из Доты, например. Что-то там Сайрен. Ну ладно, мега подсказка. Ну, рестораны быстрого питания. Спасибо, господи, Андрей лох. Наггетс не мог отгадать. Полчата не могли наггетсы отгадать. Какой асу, блядь. Ребята, я лучше разбираюсь в асу, чем вы, понятно? Погнали. Сейчас нарисуем. А дальше думайте, ну я. Кто я? Неудачник. Спасибо. Тоже, ну, тоже мне нравится. Отличный вариант. Я лох, да, головка от хуя. Спасибо большое. Именно это я и загадал, блядь, сайт. Какие деньги, знаменитость, блядь. Если про деньги, тут вообще стримом ошибся, друг. Я не понял. Еда пришла. Господи, я программист. Спасибо большое. Я программист. Вы что, не знали этого? Он чат, он по профессии. Да, я по профессии программист, если что. Ой, сейчас это пи***ц. Я даже не знаю, как это нарисовать, блядь. Осуждаю вот то, что я рисую. Да как ты, блядь? Сука, я не успеваю шутки дописать. Я хотел, типа, блядь, 300 бакс. Фу, я что-то выбрал хуйню какую-то. Хорошо. Так, ну вы поняли, в принципе, да? Что это может быть? Спасибо, Гличи. Ты сегодня гений. Это же гениально, нет? То, что я нарисовал, это гениально. Вы просто не признаете мою гениальность. Ну написано же снизу слово, гениальное слово. Вы не признаете гениальности, опять же. Ладно, хорошо. Максимальная подсказка, блядь. Блядь. Ура. Спасибо большое, спасибо большое. Ты отгадал. Так, значит, смотрите. Это дерево. Ну да, кукушка. Как так легко-то, я не пойму. Так, хорошо, let's go. Мужики, сейчас будет гениально всего. Легко! Не, вы понимаете, не оригинальное объяснение оригинальных слов. А чё, чем вам? Реально ж хвост, блядь. Ничего, не поспорите даже. Так, хорошо, погнали. Ты чё, ебан? Я говно не дорисовал, блядь. Почему вы написали стул? Блин, такую шутку мне запороли, господи. Я хотел нарисовать говно, и чтобы вы гадали, что это, блядь. Я нарисовал человека, который похож на стул просто. Так тебе и надо. За что ты меня сейчас хейтишь? Так, значит, смотрите. Пожалуйста, капуста, красава! Вы понимаете, люди гении, они думают быстрее вас. Так, значит, рисуем. Причем здесь боулинг? Какая река. Какой градусник, ключи, лодка? Вы чё, блядь? Башмак, это ботинок. Кошмар. Тигр, чел пишет. Ну, походу, вообще не трезвый смотрит. Итак, смотрите. Блядь, отгадали. Пиявка, ребята, очевидно, ну. Вот, смотрите, вот так. Все ж понимают, да, что это? Ладно, сейчас подскажу. Понятно, да, типа, просто бренд написал. Так, это легко, пи***а, вообще. Я нарисовал, что надо. Оливковое масло. Все же поняли, ну. Чайник, блядь. Это ты, сука, чайник. Я умею чайник рисовать. Что там сложного? Вот, блядь, оливковое масло я ни разу не рисовал. Так, поехали. Сейчас будет самый разрывной мем. Всем понятно, что это теперь. Теперь смотрим на слово «залупа». Что может, блядь, быть за карта «залупа» ебаная? Ну? Пожалуйста, халва! Красава! Вы мне не доверяете, я не знаю, я специально издалека объясняю. Так, слышите, вот это уже... Вот это вот, я не знаю, что это. Блять, как оно выглядит, ладно. Мне почему-то кажется, что оно именно так и выглядит. Это вообще рофл. Как он угадал, что это капибара? Ой, не-не-не, вообще бомба. Скажем так, это слово использовала ваша мама, чтобы не материться, понимаете? То есть, это легко, на самом деле. Моя мама использовала это слово. Уже ближе намного, давайте, парни, поднажимайте. Ну это гений. Писец. Я просто устал животных рисовать. Тоже хз, кто это, блядь? Но попробуем то же самое сделать. Сука! Дятел реально, в этот раз реально дятел выпал. Угу, так, вот это сейчас будет очень сложно, блядь. Ну, наверное, как-то вот так, потом вот так. Крышечка. Я не помню, как рисуется, может так? Ну, близко, блядь, уже из вас половина. Что это вот? Ну, я нарисовал. Ну, хуйня кислая, блядь, уже, ебать ее, фу нахуй. Спасибо, грейпфрут.
А это Рич, это сок, бренд типа. Это легко, я в вас уверен, потому что на 12 тысяч зрителей мы справлялись, фиксируйте. Какие-то вопросы к моему чату, я не понял. Мой чат самый гениальный чат на всем Твиче. Так, вот тут сейчас как бы мне не забанятся, короче. Я самого порвало, чел догадался. Фу. Реально фу. Ну, я просто не знаю, как творог рисовать, типа. Очевидно, что вопросов нет. Красава. Старичелло, ты, блядь, вообще весь стрим смотришь, да? На самом деле я дразнил голодных людей, ну ладно. Тебе как-то удалось угадать. Итак, погнали, загадка. Недоношенный ребенок войны. Сейчас вообще будет оперативно все. Красава. Let's go, далее. Лопать жопой шарики. Понятно, свадьба, легко, блядь. Бесполезная трата денег в подарок девушке. Бля, ебать, вы цветы пишете, вы что, ебанутые, блядь? Цветы — это полезный подарок. Она хотя бы порадуется, блядь. Машина, блядь, бесполезный ей подарок, поняли? Ты бы еще сказал, карта тройка, блядь. Ожерелье, правильно. Хорошо, давайте дальше, let's go. Ты че, ебан? Алло, алло, я еще ничего не сказал, другалечек. Ассоциация «плохая погода». Говно. Правильно? По факту. Ну, а чё, блядь? Плохая погода, говно, типа, дома сижу. Вреднее, чем сигареты. Сигара. Аж кудишечка. Я смотрел у бустера, бустер там. Аж кудишечка со вкусом говна, у него кто-то отгадал. Это вообще что? Аж кудишечка прям чел написал полностью. Короче, нам нужно не отставать от его чата. Это, блядь, вообще легкое сейчас будет. Это то, что вам завтра понадобится с утреца, блядь. Без него никуда вообще. Ну реально никуда. Правильно, ну. Одноклассница Маша. Ведь для кого-то же реально жиза, я просто так вкинул. Большой член, большие яйца. Серьезно, вы думаете, там бустер будет, блядь? Вы что, угораете? Это, блядь, страус, очевидно. Большие яйца, блядь. Ну, бля, ребят, я не знаю, что это такое. Но почему-то мне кажется, что это продается в банках, ну, когда ты в рыбный отдел заходишь. А может быть, это животное какое-то, я не знаю. Что-то на ик заканчивается. А может, это мышь какая-то, я не знаю. Какой? Тушканчик, правильно. Ну, ребят, сори, я не мог объяснить это никак. Посмотрите, на в чё вы одеты. Челы пишут: обезьяна, бомж, урод, трусы. Слышишь, солнышко, ты в трусах, кидай фоточку. Если без шуток, это, в принципе, то, куда вы что-то складываете. Я думаю, сейчас легко отгадаете. Колготки, блин. Чел с ником Николай пишет: колготки. Когда ваш батя нажирается в ебеня полные. Легко вообще. Без этого женщина не выходит выносить мусор. Ну, какой-то, блядь, прибор. Ну, окей, да, это что-то из макияжа. Самое простое, из собаки делается. Два слова, если что. Все, отлично. После того, как сказал, что из собаки делается, отгадали сразу. Это будет вообще разрывной и самый легкий. Итак, ребят, Хесус. Какой бог? Бог я, блядь. А Хесус стример. Наконец-то кто-то отгадал. Хесус старый таракан, очевидно. Хавает шубу вашей мамки. По-моему, я не то слово сказал. Ну что-то такое же, я не знаю. Да, вот оно правильно. Я не знаю просто, кто такие мотыльки. А что это за слово? Три буквы, блядь. Что это такое, я первый раз вижу. В русском языке вообще. Вот, отлично. Ваш старый дед это носит. Погоны, сандали. Ну ведь у кого-то реально жиза же, поэтому он сразу отгадал. Так, это уже будет для твичевских. Роллы. Правильно. Когда она уходит в клуб, а ты сидишь дома. Ну, короче, пришел туда, пытался это сделать, получил въебало, упал. Потом понял, что в жизни ты неудачник, и подсел. Какая-то грустная история, блядь, получается, слышите? Итак, ребят, самое легкое. Фу, ВКонтакте класс. Есть, легко. Анальная. Бля, ребят, игрушка. Какая пробка, господи. Есть понятие в четырех что. Есть, заебись. Все правильно. Counter-Strike играли, там звук такой есть. Хрюкает. Есть. То, что вы все любите, ребят. То, что вы все любите. Это не порно. Лизнул и такой, заебись, но не писька. Все, понял. Есть. Сюда лут. А как это объяснить? Короче, какая-то ягода, блядь. Что-то съежи. О, да, есть, отлично. Так, что-то делать.
Когда батя сильно что-то затянул, возможно. Лежать. Ну, тоже вариант, кстати. Но тут не такое. Капец вы умные, я худею. Худей, Лиз, нормально. Бежать. Лизать, понятно. Когда батя что-то затянул, лизать. Найс. Но это вы сами отгадаете, наверное. Вы часто там бываете. Отлично. Магазин. Отгадали. Такс, ну что, это, наверное, осуждаю. Что это может быть? Ух! Бля, догадались, наконец-то. Если бы уголь мог бы быть гаечкой. Так, хорошо. Два слова. Слышите, я просто говорю, два слова. Чел пишет, заниматься боксом. А что, в натуре? Горячий шоколад, правильно. Блин. Слушайте, ну что-то даже можно молчать. Короче, есть подозрение, что модераторы стримснайпят каким-то образом. Либо они уже просто эту игру прошли давным-давно.